початок шоу «3G плюс М», я Катя Алунгу. За вікном весна, це означає, що розпочинається безжалісна боротьба з зайвими сантиметрами на тілі. А найчастіше, як ми хочемо їх позбутися? Звичайно, без напруження. Про це сьогодні і поговоримо. Тема програми «Обрізати зайве швидко та надовго». Уся правда про три найпопулярніші методи схуднення. Тому знайомимось з нашими експертками. Олеся Прокопець, власниця салону «Егоїстка». Добрий день. Поліна Сивоконь, майстер з тейпування. Здравствуйте. Та Катерина Катеринич, косметолог. Здравствуйте. Сьогодні найхайповіша, я б навіть так сказала, тема, коли заходиш до Інстаграму, починаєш читати, і всі виставляють фотографії до і після, як треба правильно худнути. Найчастіше дівчата про що розмовляють? Звичайно, про схуднення, але не просто про схуднення, а про косметологічне схуднення. Тому ви, як представниці із цих професій, давайте розпочнемо все ж таки з ліполітиків. Правильно я кажу? Ліполітики. Правильно. Дуже багато запитань. Багато вчора, коли готувалась до програми, начиталась на всяких форумах. Тепер задаю питання, що таке ліполітики? Саме, наверное, печальне в тому, що на сьогоднішній день всі читають Інстаграм, смотрять Ютуб, читають відзиви, смотрять фотографії до і після, і це, ну, таке велике заблуждення. Ви знаєте, к любой процедурі, к ін'єкційній, к любой естетичній є завжди одно относительне противопоказання – це завищене очікування пацієнта. Так от, благодаря фото в Інстаграмі, особливо до і після, фото, відео, завышенное ожидание есть практически у каждого. Вот меня, если честно, это всегда, ну, смущает. Поэтому еще перед процедурой, еще вот на консультации, может быть, даже по телефону, я всегда стараюсь выяснить в первую очередь, что вы ждете. Ну, липолитики – это довольно-таки, ну, распространенные на сегодняшний день в косметологии, в эстетической медицине средства для борьбы с локальными жировыми отложениями. Ну, вот акцент хочу сделать на том, что с локальными. Не тогда, когда у вас там вторая степень ожирения или у вас 50 килограмм лишнего веса, липолитики не помогут абсолютно. Так, что такое локально? Локально – это вот местно, конкретно где-то в одном месте. Это вот живот, бока, над коленками вот бывают такие чажи. Это бедра, это если лицо, то второй подбородок, вот щеки, ну вот здесь вот щеки или вот носогубные жировые пакеты. То есть только местно, только вот туда, куда уколоть, там и уйдет лишний вес. Но опять-таки не за одну процедуру, не за 5 минут и одного липолитика, ну вот одной только процедуры липолитика не хватит. Надо все делать в комплексе однозначно. Это и массаж, это и питание, это диета, это спорт. Тобто це міф, коли кажуть, що вколов один-два рази схуд. И ты больше не будешь толстой. Это миф. Это миф. Ну, знаете, из моего опыта, допустим, один такой могу привести пример, когда это работает, вот, ну, может быть, даже с одного раза. Это, например, ну, как правило, у женщин после кесарево сечения, если есть такой вот фартушок над швом, и вот, и все, больше нигде нет избытка лишнего веса, то избытка жировой ткани, то вот этот вот маленький вот такой валичек, его можно растворить с помощью липолитика прямого действия, ну, может быть, даже за одну процедуру, смотря, ну, какие исходные данные. Такое бывает. Все, все остальное миф. Ну, не уйдут бока, не уйдет живот. Скільки потрібно зробити сеансів, процедур, як правильно це називається? Ну, опять-таки, все очень индивидуально. Нужно смотреть на исходные данные, на физиологию, на состояние кожи. Ну, найпопулярніше. Ну, в среднем от 4 процедур и, ну, 6-8. Від 4? Это такой средний курс любого липолитика. Любого. Есть липолитики прямого действия, есть непрямого действия. Вот если липолитик прямой, ну, об этом тоже очень часто можно читать в интернете, там, прямой, непрямой. А прямой – это всегда в составе есть два вещества. Всегда. Это дезоксихалат натрия и… О, это зараз дуже складно буде. И, по сути, дилгалин. Я скажу это один раз, как бы, для того, чтобы понимать, что вот это вот второе вещество, которое я назвала, это, ну, назовем его фермент, который вырабатывается нашей печенью для участия в липидном обмене. И вот если какой-то сбой в организме, его вырабатывается меньше, чем нужно, тогда и наступает ну, проблема, тогда и откладывается жир в определенных местах, лишний. Это вещество есть в составе прямого липолитика. Если мы его инъецируем непосредственно в ту зону, где у нас лишнее, он и помогает ускорить процесс распада жира. Вітаю вас
сьогодні мою гостю Кейла Б'юті Косметолоджі. Катерина Катеринич Люб'яз запросила нас до гості. Сьогодні все заради вас, тому що сьогодні Катюша буде робити мені больно. Ліполітики вона буде мені робити. Так, з чого ми розпочинаємо, що потрібно? Так, розпочинаємо ми з огляду. Ми маємо визначитися, яку зону ми будемо ін'єкціювати препарат. І зі збору анамнезу. Тобто я маю вас розпитати, чи є у вас протипокази, подивитися, чи є в нас покази, і приступимо. Дискомфорт певний буде, але процедура проводиться без анестезії, тому що в цьому немає необхідності, бо ми анестезуємо тільки поверхнево, тільки шкіру саму, а я ж буду вам колоти в підшкірно-жирову клітковину. Так, ну, як би, отут ми. Боже. Ну, тобто ви бачите, що це розчин спеціальний, це не фізраствор, як буває. О, що коментувати, ну, такий мандраж, я так боюсь. Зараз я антисептиком протираю поверхню, яку я буду обробляти. Так, і дивіться. О, Боже! Ми бачимо наявність підшкірно-жирової клітковини, від якої нам хочеться позбутися. Тож, Господи. Я беру складку, входжу повільно голкою і вводжу препарат. Все? Так. В принципі, це можна витримати. Воно схоже, як багато-багато бджіл тебе покусало. Ну, зараз трішки є такий, ну, неприємний. Ну, так підниває, да? Так. І трошки так. Може підпікати. Ну, це нормальна реакція на ліполітики. Ми ж хочемо, щоб, якби, лежачи на кушетці, розтопився жир. То хоч мінімальні неприємні відчуття. Так, і найчастіше, який результат після першого сеансу? Після першого сеансу, особливо якщо це був непрямий ліполітик, результату прям можна не чекати, прям результату. Тобто мінус 5 см талії не буде. Але якщо ви пройдете курс і будете дотримуватись якби всіх рекомендацій, це має бути і харчування, і хоча б мінімальні спортивні нагрузки, фізичні нагрузки, і обов'язково якийсь лімфодренаж, або ручний, або апаратний, або це буде StarVac чи LPG, то ви значно покращите свої результати після ліполітики. Ліполітик що робить? Він плавить жир, да? Він розпадається на продукти розпаду, і ці продукти розпаду повинні виходити, да, таким естественним, натуральним таким шляхом. І ми маємо давати дуже добрий лімфодренаж для цієї зони, щоб вони правильно вийшли. Поліночка, розкажи нам, ти представник, майстер з тейпування, що це таке? Чесно, я ось казала вже тобі, що я дізналась про тейпування 2-3, плюс-мінус місяці назад. Шкода, що ти так пізно дізналася. Що таке є? Розказуй. Значит, расскажу по порядку, что такое тейп. Очень тоже много мифов по поводу тейпов, что это какой-то невероятной силы пластырь, чем-то пропитан. Нет, это обычная лента, хлопковая, со стретчевой основой. Покажи, я знаю, что ты принесла в студию, можешь показать, как оно выглядит. Я принесла несколько манков. Многие думают, что вот такие аппликации, они уже продаются в таком виде. Нет, это все вырезается мастером. То есть тейпы – это не какое-то чудодейственное средство от всех болезней, от жира, от всего чего угодно. Нет, это инструмент, с которым мастер работает. Ты можешь даже их разорвать. Смотри, сейчас я покажу, чтобы было видно. То есть, что значит стретчевая основа? Хлопковая лента, которая стретчевая, в обе стороны она тянется. Вот, можете посмотреть. То есть, они стретчевые. Угу. Они тянутся, конечно. Они бывают разных мотков. 5 на 5 метров. Очень разные. Да, это как пластырь. Только в этом пластыре ты можешь купаться, ты можешь делать все, что угодно, но не загорать.
Заграти їх не стоїть. А, тобто, якщо ти його одягаєш, тобто з ними можна все робити? Конечно, я думала, його треба знімати постійно. Ні, взагалі, як ізобрели этот тейп, раніше були тейпи. Тейп, взагалі, це лента. Первым, хто придумав этот тейп, був Кінзо Касе ще в 1973 году. До України це все дійшло тільки в 2000-х годах. То есть насколько мы еще где-то там, вдали от этого всего. И изначально это было кинезиотейпирование, кинезио, то есть, которое помогало при движении. Кинезиотерапия, сдается, да, да, да. Называется? То есть это было тейпирование спортсменов в спорте, реабилитационные практики с детками, очень много есть видов тейпирования. Ну, дивись, для спортсменов я знаю, бо у них постійно вивихи, там, ну, розтягнення, да, да, и все інше. А для нас, для дівчат, для чого воно? Смотри, сейчас уже очень актуальным стало бьюти-тейпирование, тейпирование красоты. То есть, помимо того, что есть лимфодренажные аппликации, которые помогают естественным путем вывести лишнюю жидкость, вот о том жире, о тех же жировых прослоечках, о которых мы только что разговаривали, точно так же локально тейп наносится на место, самое проблемное, допустим, животик, бока, ягодицы. Есть аппликации для подтяжки ягодиц, есть аппликации для работы с лицом, которые вытягивают нас складочки, всякие морщинки, да, работают с овалом лица, подтягивают угол так молодости. Так как они работают? Я Есть несколько действий. Смотри, у нас на коже очень большое количество нервных окончаний. Вот это будет тот же самый эффект, когда ты просто постоянно будешь 24 часа на 7 тереть это место. Какое у нас воздействие организма? Мозг дает сигнал на это место, потому что нервные окончания активно работают. Организм понимает, что здесь нужно усилить работу. Соответственно, все возможные действия происходят здесь по обмену, ускорению обменных процессов. Ускоряется ход лимфы, ускоряется ток крови. Соответственно, с этого места быстрее сходит отек, быстрее проходит лимфа, циркулирует. Также за счет того, что тейп прилегает к эпителию, он приподнимает минимально слой эпителия, освобождая при этом фасции, то есть соединительные волокна, которые проходят между всеми видами тканей. Соответственно, фасции, они начинают дышать и помогают быстрее лимфе выходить и циркулировать крови. А если мы работаем, допустим, с лицом, вот овал лица, да, у нас есть, нам нужно убрать отек. То же самое. Аппликация накладывается в то место, где у нас максимально приближенное к лимфатическим узлам и каналам. То есть через лимфатические каналы мы выводим жидкость всю естественным путем. Якщо приходить до тебе клієнтка і треба затейпувати, правильно так це називається? Да, затейпувати. Затейпувати чи живіт, чи ноги, чи спину. Коротше, щоб вона схудла. Як швидко отримає результат? Ну, опять-таки. Всі ж приходять чого? Коли результат? Срочно. При этом все хотят есть и хотят ничего не делать, и при этом хотят худеть. То же самое, вот, по липолитикам скажу, то же самое с тейпированием. Это только курс. После одной процедуры может уйти максимум 1 сантиметр. Так то есть мало? Это курс, ну как мало, при этом ты ничего не Для делаешь. Это может быть и много. Это и много, да, смотря какие объемы у тебя. И у меня... Но у меня максимальное было, скажу честно, максимальный эффект после тейпирования, это было 4 процедуры, ушло 3,5 сантиметра. Но при этом человек... Особо не напрягался. Тейпы, когда ты первый раз сделал процедуру? Если мы делаем лимфодренаж и говорим только о лимфодренажных для похудения, для снятия отека, снятия воспаления, это 3-5 дней, но не больше 5 дней. Мы должны каждый раз делать шок для организма, каждый раз менять аппликации, менять угол поклейки, для того, чтобы постоянно нервные окончания были заведены и чтобы процесс проходил правильно. Но опять-таки тут очень много вот этих вот мифов, что я затейпируюсь и буду все есть, все пить, ничего не делать, буду валяться, я ж худею, у меня же тейпы наклеены. Ну так, я так Нет, так ни в коем случае. То есть, если мы работаем с лимфой, лимфа у нас проходит по всему организму. Если мы будем затейпированы, мы освободим лимфу, да, мы даем ей нормально циркулировать. Но при этом мы будем есть жирную пищу, все соленое, перченое, лимфа будет густая. Она очень плохо выйдет. То есть она будет загустевать, и то, что мы делаем тейпами, оно просто на смарку будет. Мы должны больше пить жидкости в этот период, воды. Пока мы носим тейпы до первой половины дня. На рот наклеивает тейпы. Да, на рот можно заклеить рот и все. Ну, то есть это тоже работа над собой в какой-то так, мере. Так, дайте мне переворотить информацию, пожалуйста. А,
сьогодні ми знаходимось у студії тейпування Поліни Сивоконі. Сьогодні зі своєю подругою Катю я прийшла для того, щоб ми як моделі, щоб вона показала три різні способи, варіації, як можна робити тейпування. Мені вона зробить обличчя, а Катюші, подрузі, вона зробить сідниці і живіт. Тому ви можете зараз побачити, як це все відбувається, і Полічка зараз все буде показувати і розказувати. Смотрите, ми робимо зараз підтяжку і працюємо з овалом лиця. Для этого мы замеряем тейп от мотка, я уже его отрезала, но примерно это выглядит так. То есть мы должны проверить расстояние примерно вот таким образом, видно? Сережки сняты, можно было? Нет, они абсолютно нам не мешают. Примерно вот такой у нас 15, примерно 20 сантиметров тейпа у нас получилось. Как я вымерила 20, потому что тут все же поделено. Я уже вырезала нам вот такой панч. Панч называется? Да, называется панч. Почему я всегда говорю, что надо обращаться сначала к специалисту, а не дома клеить тейпы? Потому что поклейки есть резко абсолютно разные. То есть это все не готово, это все вырезается вручную, меряется четко под каждого человека. Вот у нас такой получился панч. Ни в коем случае не наносим тейп на косметику. Как правило, кожу перед тейпированием нужно обезжиривать, но это зависит от того, где мы тейпируем. Если мы работаем с личиком, я не советую делать какое-то активное обезжиривание, потому что все-таки это тоненькая кожа, и можно повредить ее с сильно большим обезжириванием. Если кожа слишком тоненькая у человека, можно нанести крем, крем-флюиды. Знаешь, есть такие тоненькие, очень легкая основа. Вот наш тейп. Четко у нас должен проходить вот так по линии. Мы примерили. Я буду ходить, иначе мне зубы сделали. Дальше мы замеряем. У нас должен наш подбородочек четко попасть в центральную дырочку на тейпе. Вот. Раз. Попали, видите? Дальше мы просто освобождаем тейп от подложки. Не растягиваем его ни в коем случае. Концы тейпа, якоря, их еще называют, мы тоже не растягиваем. Мы активируем клейку основу. Трем тейп. Сейчас то же самое сделаем с этой стороны. Немножко исправим угол. Это такая себе еще депиляция. Так. Есть. А если мы не трешки тут заважаем? Ты же будешь в нем спать. Ничего, это ничего страшного. Ну, то есть в этом ничего страшного нет. Тебе просто идет поддержка полностью овала лица. Поняла? Тебе же в нем не надо разговаривать, там, вести передачу. Ты в нем спишь. Ну, як не треба вести передачу? Я казала, можна я хоч подивлюсь на себе? Конечно, конечно. О, Боже! То есть это полностью тебе, ты спишь в маске. За ночь идет подтяжка твоего овала и вытягивается лишняя жидкость с помощью лимфодренажа. Так, ну а сейчас мы будем работать с животиком. У нас, в принципе, животик небольшой, как таковой проблемы здесь особо нет, но есть небольшая вот у нас зона. Больше всего она смущает всех девочек. Мы сейчас ее затейпируем. Опять-таки напомню, мы работаем зонально. То есть мы не делаем тейпирование там, где у нас не нужно его делать. Я уже предварительно замерила на Катюше вот такие вот тейпики. Вот такие вот усики. Лапша их называют, как угодно, осьминожки. Мы сейчас будем ее тейпировать красиво и, главное, с очень хорошим результатом. Мы примеряем примерно тейп, как он должен у нас находиться. По длине нам подходит все. Предварительно мы обезжириваем кожу. Это может быть антисептик для рук, если у вас нету там в домашних условиях никакого больше обезжиривателя. Мы надуваем животик. Надуваем, 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 максимально надуваем. Для того, чтобы нам убрать объемы, мы должны поклеить тейп в растянутом положении. То есть максимально в этом месте растянуть кожу. Надула? Ой, быстрее, пой. Есть. Ставим тейпик. Расслабься пока. Фиксируем якорь тейпа, конец, который мы ни в коем случае не растягиваем. Вот такие у нас получились усики. Теперь мы будем эти усики клеить. Надувай животик. Активируем тейп. Клейку основу тейпа. Расслабляйся. Отдохни немножко. Тяжело, да? Лежа тяжело. Да, если нужно, то мы тейпики укорачиваем. Опять-таки стараемся их округлять. То есть концы нужно округлять для того, чтобы у нас не было сильного соприкосновения с одеждой. Чтобы они не сатались у нас. У нас Катюша оказалась меньше, чем я планировала. Пересекаем. Пересечение тейпов
должно быть на проблемной зоне. Не над ней, не под ней, а именно на проблемной зоне. Сейчас вот это сделаю, может, чуть отдохну сейчас. Стой. Отдыхай. Есть. Какой красивый рисунок получается. Вытягиваем немножко тейп и ставим якорями бедрышко. Развели тейпик. И точно так же можем, не боясь, если есть у нас вот такие вот, выкладывать моментики. Вот такая у нас, это самая базовая аппликация лимфодренажная при работе с той или иной областью. Такую аппликацию, только уже без последней полосочки, мы можем производить как на бедрах, так и на ягодицах, как на ручках. То есть вот такая вот лапша лимфодренажная, крабики, это может работать по всему телу на любой части. Главное правильно расставить якоря и соблюдать переплетение косичкой наших волн. Только красиво. Нічого собі! Давайте зрівняємо, чия Поля подружка? На? У мене, у Каті, у мене, у Каті, у мене, у Каті. Успокойся, не розстраивайся. Що це за намордник у мене? Зато у тебе буде видна одразу красота людям, а у Каті не всім людям буде видна. О, да. Всім привіт, друзі. Я завжди чесно кажу, які експерименти я роблю, який результат. З тейпуванням вийшла така ситуація. Коли я прийшла до Поліни, і вона мені сказала, що треба обов'язково перевірити, чи є в мене алергія, і спробувати на шкірі, я сказала, та, типу, це експеримент, нічого робити не треба, у мене нема алергії, давай будемо тейпуватися, бо я дуже хотіла. Я зробила тейп, ввечері вона мені написала, я сказала, що все зі мною окей, але вночі в мене почала чухатися шия і зона декольте. Я зняла тейп, як вона мені сказала, і ось що вийшло. Показую вам, тобто в мене почалась алергія. Алергія від моєї дурості за те, що я думала, що нічого не буде. Тобто у Каті все окей. Вона захотіла і пройшла тест, я не захотіла. І тепер ось такий вийшов результат. Тобто я розумію, що винна тільки в цьому я. Тому, коли ви йдете на тейпування, обов'язково робіть те, що вам каже майстер, довіряйте своєму майстру, якщо вона сказала, що треба перевірити і зробити цей тест, то треба це зробити. Антицелюлітний масаж. Всі, мені здається, дівчата пробували на собі, робили в різних іпостасіях. Які є у вас, у вашому салоні, послуги масажу? Ну, я хочу сказать, что в борьбе с целлюлитом все средства хороши, но как бы все равно главным средством остается действительно антицеллюлитный массаж. Уже люди выбирают сами, в зависимости от предпочтений, ручные, аппаратные методики. У нас в салоне мы применяем все, что можно, как стараемся все предлагать. Есть ручные массажи, есть вакуумно-роликовые массажи, есть бодишейп, который соединяет три методики в себе. Ручные массажи, многие люди предпочитают их, потому что непосредственно это как физиологическая процедура, естественно воспринимаемая нашим организмом. Любят, чтобы касались пальцами, разминали, передача энергии между массажистом и клиентом. Размов, плиток. Ну да, возможно и это. Масличка, да, увлажнение. Кожи идет. Аппаратные методики, я лично предпочитаю аппаратные, потому что я считаю, они более эффективны. Но опять-таки, все зависит от объемов, сроков и ожиданий клиента, понимаете, и, конечно, противопоказаний, потому что кому-то нельзя делать аппаратные методики. Вообще и простой массаж тоже надо учитывать противопоказания, что в определенные там периоды, там, кормление, беременности, нельзя никакой вид массажа использовать. Окей, це і є усі протипоказання для антицелюлітного масажу, правильно? Для антицелюлітного масажа, как аппаратного, так и ручного, это стандартная беременность, кормление, высокое давление, диабет. Коли я прийшла, у мене питали, чи є критичні дні, наприклад. Ну да, это может
быть более болезненная процедура. Она и так, мягко скажем, не очень приятная. Поэтому онкозаболевания, если это аппаратное, касается бодишейпа, то наличие кардиостимуляторов в организме. Да, можно я добавлю варикозное расширение? Да, я забыла. Вот. Добре, а що стосується ліполітиків, які там є протипоказання? Приходить до вас дівчина і хоче зробити, вколоти собі, чи усім можна, чи ні? Ні, звісно, є протипоказання, це возраст младше 18 років. До этого не стоит колоть липолитики. Это беременность, лактация также, это онкопатология, это сахарный диабет, эпилепсия, какие-то серьезные аутоиммунные заболевания, в том числе щитовидная железа. Ну и завышенные ожидания. Ну я вам скажу, что багато протипоказань, конечно, кому не можно. И еще очень важное заболевание почек и печени. Чи липолитики ці повинен колоти лікар-косметолог? Ну, конечно, наличие медицинского образования. Треба окремо навчатися цьому? Ну, это даже не обговаривается. Это как и любая инъекционная методика, да, конкретно вот, ну, на липолитике, да, тоже конкретно надо учиться, и надо, да, это даже не обсуждается, надо иметь в любом случае образование, потому что это инъекция, которая имеет очень такие специфический протокол. Ну, вот я знаю такие распространенные случаи, когда там фитнес-инструкторы сами себе колят сами своим не клиентам. Не на ту глубину. Сами себе колят? Сами себе колят, да. Сами себе и сами своим клиентам, людям, яких они тренуют в зале. Фитнес-инструкторы? Колятся. Ну, я а як же вони знають по зонам, як куди вколоти, як правильно? Інтернет, всім в помощь. Во-первых, сейчас я візьму маліполітики, буду вам колоти. Ну, это вот да, безграмотность, да, вот. А люди идут таким специалистам, а потом думают, что ничего не работает или все вредит. Вот у меня, я сталкивалась с такими моментально очень много примеров, даже у нас сейчас в Кировграде очень много курсов по тейпированию, самотейпирование там. И когда ты смотришь на эти курсы, там, где человека обматывают как это, сосиску. Значит, колят сами собі. Це вже цікавенько мені стає. Колят сами собі. Дивіться. Де вони купують? Чи можна купити ці ліполітики, просто зайти в магазин тобі? А, в інтернеті. Ні, в магазині, конечно, нельзя купить, а в інтернеті можна. К сожалению. Ну, раньше, как бы, это все было более контролируемо. Сейчас продаются, что препараты для контурной пластики, губы, там сами себе увеличивают, и как бы липолитики, это вообще очень распространенное явление, когда сами себе их колют, еще это все снимают перед зеркалом и выкладывают в Инстаграм. И обязательно до и после надо сделать. О-о. Поэтому липолитик, особенно прямой липолитик прямого действия, он колется только в подкожно-жировую прослойку, только туда, ни в кожу, ни подкожно, ни внутримышечно, никак. А когда ты колешь себе сам или колешь кому-то, но не имеешь, ну, понимания, что ты делаешь, то обязательно ты попадешь не туда. Mm-hmm. Капля препарата, когда извлекается игла, капелька, капелюшечка препаратика попала не туда, и это чревато, ну, воспалением, нагноением, абсцесс, резать, хирург, ну, вот как бы такие осложнения бывают. А вы кажете, колить липолитики можно, это ж нормально, безопасно. Если доверять тому, кто это делает, да, и специалист грамотный имеет определенную компетенцию. Що треба готуватися до літа. Задумувались, як, що робити, з чого розпочинати. Підказую. Сьогодні ми знаходимося у гостях у салоні краси «Егоїстка». Чули ви про таку процедуру, як апаратний антицелюлітний масаж «Бодішейп». Якщо ні, уважно слухайте і не перемикайте. Знайомлю вас з масажистом Леною. Леночка, вітаю вас. Доброго дня. Ну, розповідайте, що це за система, штукенція, не знаю, як вона ще як можна на неї говорити. В преддверии весны у нас возникают, как всегда, желания после зимы привести себя в порядок. Одно из методик, которая помогает нам это сделать, это антицеллюлитный массаж. Здесь у нас присутствует очень интересная система, уникальная, можно сказать, система, потому что здесь у нас в аппарате несколько сразу идет технологий. Не просто массаж, а вакуум в одной насадке, включая вакуум, инфракрасная лампа и радиоволновой лифтинг.
То есть при разогреве жировой клетки до 38 градусов у нас запускается процесс ферментного похудения. То есть мы, помните, когда температура повышается после болезни, мы встаем, при том, что мы лежали и ничего не делали, всегда очень сильно встаем похудевшие и уставшие. То есть у нас ферментная активность повышается при повышении температуры и начинает вырабатываться жировой слой. В насадочке все параметры сразу регулируются и выставляются индивидуально. То есть под каждого клиента. Процедура комфортная. До вечера после процедуры максимум такое очень тепленькое ощущение на теле. То есть по большому счету это не вакуумный массаж как таковой. Плюс ко всему одна из основных ролей здесь идет радиоволновой лифтинг, который разогревает жировую клетку. Но опять же очень комфортно. И здесь присутствует еще радиоволновой лифтинг. То есть все это работает одновременно. Каждый из параметров выставляется индивидуально для клиента. А скільки разів потрібно робити цю процедуру? Эти процедуры делаются один раз в неделю, что очень комфортно по графику использования. Если человек очень спешит, то можно сделать не раньше, чем через 5 дней. Дело в том, что при повышении температуры, опять же, у нас разрушается старый коллаген. А втяжение при целлюлитах у нас обеспечивает именно коллаген, который не выполняет свою функцию. То есть выравнивается текстура. Поэтому этот аппарат очень... А так как старый коллаген у нас разрушается, выработка его последовательно нового идет в течение 3 дней. Поэтому раньше, чем через 5 дней повторять процедуру смысла нет. Поэтому 5-7 дней процедурой 6-10 процедур. А який результат вже після першої процедури? Чи можуть дівчата побачити? Уже після першої процедури, ну, ефект, звісно, буде накопительний, але вже після першої процедури ми замечаємо значительне уплотнення тканей. Когда-то я пробувала себе, то для експерименту ми делали одну зону, делали, другую ні, то на наступний день у мене, в принципі, навіть руки були різного розміру. Ну, то есть, такой довольно серйозний, комфортний. У нас були результати, коли за першу процедуру уходит до 4 сантиметров. Так, зрозуміло. Що робити? Ну, нам нужно раздеться, освободить нашу зону. Проблемы. Начнем с животика. Ну, давайте. Будем на животике делать. Це ж проблемна все ж таки частина нашого тіла, всіх дівчат. Так как мы уже поговорили, у нас нет никаких противопоказаний, мы, в принципе, можем работать. Процедура делается на специальном геле, который, в принципе, очень хорошо и комфортно работает и позволяет работать нам при прогревании. И при этом он улучшает процедуру. То есть после процедуры кожа становится очень мягкая, комфортная, ухоженная. То есть это все тоже благодаря еще и гелю. Специальному гелю для процедурки. Я его бачаю, сейчас будем прогревать. Всі побачить мою проблемну зону. Нормально, але... Я просто не очікувала, що це буде боляче. Ні, я можу убавити. А тут по косточці, коли до косточки закрутав. Ну, ви пам'ятаєте, у нас працює радіоволновий ліфтинг, він немножко по кості б'є. Не гаряче. Ну, то есть мы параметры можем выставить, посмотреть. То есть если у клиента есть противопоказания какие-то или, скажем, такие моменты, которые я сомневаюсь, я могу отправить еще и к врачу и порекомендовать консультацию лечащего врача, если есть в анамнезе проблемы. Так, вот. Катюша, мы доделали массаж. Леночка, дякую, дуже сподобалось. Знаєте, таке одразу розслаблення. Спочатку було боляче, але потім ти розслабляєшся і хочеться вже заснути тут, і все добре. Дівчата, хочете схуднути і зробити це швидко, але поєднуючи з фітнесом, з правильним харчуванням, обов'язково спробуйте цей антицелюлітний масаж. Тейпування, протипоказання. Ти вже почала трішки говорити про це? Які протипоказання совершенно ідентичні масажу і липолітикам, але ще додається, якщо є сипь якась на місці поклейки. Тобто ми однозначно нічого не робимо, не клеїмо, не робимо ніяких маніпуляцій. И при этом еще если есть серьезные проблемы с лимфатической системой, потому что типирование работает через лимфатическую систему. Если у нас есть онколимфатическая система, если есть воспаление, если у человека, например, элементарно цистит, да, ни в коем случае мы в период воспаления не делаем никаких манипуляций. Потому что если мы говорим сейчас о именно бьюти-подтяжке, да, когда мы убираем объемы, да,
Мы работаем с лимфой, соответственно, с лимфатическими каналами и с лимфоузлами. Органы фильтрации те же самые, да, мочеспускная система, печень, почки. Если у нас есть проблемы с этими органами, на них идет активная нагрузка в период носки тейпа. Мы разгоняем жидкость. Это то же самое, что мы будем делать 24 часа на 7 массаж. То есть принцип, это большая нагрузка на организм. Один и тот же, да, получается. Печень и почки – это вот органы, через которых выводятся вот это все токсины, жидкость лишняя при любой із процедур. Да? Да. Добре, а якщо неправильно зробили затипування, да, це якась небезпека? Ну, те, що це не гарно візуально, ми розуміємо. А ще? Дело все в том, что сейчас очень тоже много самоучек. Ролики Ютуба сейчас всем в помощь. И думают, что они мастера, если приклеили крестик на коленках, ну, все пройдет. Ну, взагалі, да. Дивишься, и нас сейчас это так все Ни так в коем просто. Случае. Очень важно. Есть такое понятие в тейпе, как якоря, концы тейпа. Они никогда не растягиваются, во-первых. Во-вторых, они направляются всегда к лимфоузлам. Если мы поменяем аппликацию, например, вот есть аппликация на подтяжку груди, и на увеличение губ. Там немножко другая. Там надо лимфатические каналы. Навіть да, так. Естественным путем. У меня очень много есть примеров девочек, которые делали себе, увеличивали губы там для какой-то фотосессии, например. Там они ходили до 5 дней, у них были такие пухлые губки. Но естественным путем. Да, эффект, это кратковременно, да? Но это безопасно и при этом, ну, абсолютно просто. На ночь себе приклеил и все. Подтяжка груди. Вот у меня после родов тоже девчонки, кто уже закончил кормление, приходят, тут у них обвисла немножко, да, там грудь. И надо ее налить. То есть это все наливается естественным путем. Только важно при похудении, чтобы наши концы тейпа, они шли к направлению к лимфоузлам. Если мы хотим наоборот дать объем, или, допустим, мастер перепутал, да, аппликацию неправильно, будет отек. Вместо того, чтобы жидкость вывести, вся жидкость направится туда, и будет отек этого места. Вот так можно навредить человеку, например. Вообще антицеллюлитный массаж в идеале совмещать с тейпами. Вот антицеллюлитный массаж – это идеальная… Из липолитика мы… Из липолитика. Ну, вообще, да, в комплексе будет просто конфетка. Ну, просто, что, вот, допустим, почему массаж, да? Вот мы сделали массаж ручной, антицеллюлитный. Он нам помог разбить максимальные жировые уплотнения. А тейпы, они помогают это все вывести максимально быстро. То есть тейпы – это как продолжение любой процедуры, вообще идеально подойдет. Это идеально. Нормально, я зробила массаж тейпы. Сначала липолитики, потом, да. И нормально, я уже схудла. Так, Лесечка, а еще треба обов'язково ще наголосити про антицеллюлітний массаж для людей, які вперше будут, наприклад, тейпи? Ну, во-первых, люди должны понимать, что это не единоразовая процедура, необходимо пройти курс массажа. Как правило, это… Яка вартість? Давайте вартість разная. Опять-таки, это зависит от вида, ручной, аппаратный. Ну, аппаратный давайте. Ну, вот если аппаратный, самый простой вакуумно-роликовый, который мы делаем на французском аппарате, вот StarVac, он у нас стоит 3 зоны 250 гривен. То есть, в принципе, это доступна очень цена. 2-3 раза в неделю, пожалуйста. Цена равносильна ручному массажу. Но я хочу заметить, что аппаратный массаж, он не делается на отечную кожу, потому что может быть гематомы. Для этого очень, ну, хорошо чередовать. Вот с ручным, начать вначале с лимфодренажным, ручным массажем, убрать отек, убрать лишнюю жидкость и потом делать себе антицеллюлитный массаж. За 2 часа до процедуры не рекомендуется до и после кушать, пить много жидкости. Например, ну вот я за вакуумно-роликовый рассказала. Тот же Body Shape, он немножечко подороже. Но это опять-таки ноу-хау. Да. Аппарат дороже стоит, эффект больше. Сколько там вартість? В зависимости от зоны, ну, например, 3 проблемных зоны – бедра, ягодицы, живот – это 900 гривен. Полтора часа, но эту процедуру вы делаете один раз в неделю. Сколько коштует тейпування? Мотки стоят разные, есть в зависимости от материала, какой стоимости тейп. Тейпы есть от 100 гривен и до 100 долларов. То есть в зависимости от фирмы, производителя и от качества. Соответственно, из этого будет исходить цена. У меня, допустим, цена ставится от метража. Допустим, 10 сантиметров тейпа – 20 гривен. Ну, образно говоря, допустим, ну, если мы тейпируем животик, да, это до 300 гривен, от 200-220. Можно на один спокойно. Раз, правильно? Да, это на раз. Липолитики. Средняя зона, допустим, самая распространенная – это живот и бока. Вот примерно на эти две зоны, ну, минимум это 500 гривен.
Ну, зі знижечкою. Да, раз в дві неділі. Раз в дві неділі. Поэтому... Один раз на два тижні. Да. Ну, 10-14 днів. Тобто два рази, 1000, там 4-8, 5-8, 6 тисяч. 6 тисяч нам потрібно при этом... у місяць, щоб виглядати струнною. Краще я не буду їсти, я буду бігати або ходити у спортзал. Бути завжди у формі, ми започаткували нову фітнес-рубрику. Тому сьогодні ми знаходимося у клубі «Лідер». Поряд зі мною сертифікований тренер Юрій Терещин. Тому, Юрій, розповідай, що ми сьогодні будемо робити, для чого, який вид фітнесу будемо показувати. Хорошо, сразу хочу акцентировать внимание на то, что в принципе, вот я говорю опять, дома можно делать, да, можно делать все, что угодно, но перед тем, как начать дома заниматься, вы все равно должны были обратиться к профессионалам, к тренерам, которые вам помогут. И вот придумали вот такую вот степ-платформу, на которую можно просто наступать. И это один из самых ведущих фитнес-направлений для жиросжигания, для координации, для... Все, поверьте мне, кто приходит к нам заниматься, они уходят с очень хорошим настроением. А позитив, эмоции – это то, что движет нами вообще в жизни. Это обыкновенная ступенька, да, на которую мы наступаем. Как обычно, мы ходим дома по ступенечкам наверх или вниз. Вот. Но есть три основных понятия. То есть пятка не должна свисать, мы должны устойчиво наступать на нее. Сесть стопой. Есть. Поднявшись наверх. Мы не выпрямляем колени до конца. Колени у нас чуть-чуть в полусогнутом положении. Почему? Потому что мышцы должны быть постоянно в тонусе. То есть они у нас уже в работе, включены. Если мы расслабим, чувствуешь, все, мышцы не работают. Только ты присела, мышцы уже в работе. И корпус у нас идет немножко вперед. Так, чтобы не было нагрузки на позвоночник, и ты устойчиво стоишь. Basic. Это подъем обыкновенный правой-левой. Правой-левой. И постоянно мы чередуем правой-левой ножкой. Левой, правой, левой, да. Только устойчивость должна быть, то, что я говорю, колени у нас согнутые. И постоянно мы должны координацию нашего движения всегда направлять на центр нашего всего тела. Давай дальше. Теперь колено. Степ, колено. И опустились вниз. И другая. Степ, колено. И постоянно чередуем. Не забывай о том, что у вас колено не выпрямляется. И не выпрямляется. И еще. Руки работают у нас в произвольной форме. Вообще я даю возможность, когда мы работаем, противоположная рука. Как мы ходим, так мы и работаем противоположной рукой. Постоянно движение, корпус 8. Да. А теперь захлест. Это степ, пятка за. Да. Степ, пятка за. Четко под ягодичку мы поднимаем. Это мы с тобой все делаем в очень медленном темпе. На самом деле это делается... Конечно. Давай попробуем. Марш правой. Поехали. Правой. 4, 3, 2, basic. Еще. Успеваем. Правой-левой. Это вот такое движение. Можно чуть медленнее. Раз, два, три, четыре. И такие движения мы делаем нон-стоп. Чем еще эффективная эта аэробика, степ? Потому что мы не делаем пауз. У нас все идет нон-стоп. То есть я, к примеру, могу тебе показать маленькую комбинацию, которая может быть. Вот, к примеру, смотри. Мы уходим сюда. Вот шоссе. Мамба. Еще такие, к примеру, как приседания, да, мы становимся на степ и делаем небольшие выпады, просто назад, приседания, раз, и поднялись. Очень важно, когда ты делаешь приседания, колено не должно уходить за линию пятки, то есть мы идем вниз, точно колено, спинку чуть-чуть вперед, мы не держим ровно, и ты поднимаешься, но поднимаешься за счет опорной ноги, которая находится на степе. Не задний, то есть не толчок мы делаем, а вот мы сели, и за счет опорной ножки мы встаем. И другая. И вот такие вот можно делать приседания. Я, к примеру, люблю еще со степом делать руки. Берем степ.
Садимся вниз, ножки идеально. И просто поднимаем до уровня груди. И опускаем. Локти направляем в сторону. Локти до конца мы не разгибаем. И подъем. Мы можем сделать вот такую вот штучку. И это уже наша подставка, лежак. Мы можем теперь лечь. Сюда ложить головой. Вот, ножки свободные, руки за голову. И мы можем на нем сейчас. Это облегчает работу, нагрузку на спину, потому что мы лежим под углом. И можем мы качать мышцы живота. Обязательно при подъеме плеч мы выдыхаем ртом. Почему? Многие спрашивают, это какая-то техника специальная. Говорю, никакой техники нету. Это все очень просто. Почему мы выдыхаем при подъеме, при силовом? В легких у нас воздух. Это как два воздушных шара. Для того, чтобы хорошо свернуться нам, скрутиться, мы просто выдыхаем ртом. Ну, мені сподобалось. Юр, дякую тобі. Володимир, желаю вам удачі. Запросив, показав. Друзі, фітнес-рубрика буде і далі в кожному випуску, тому обов'язково слідкуйте, будемо показувати вам різні види та направлення. Ну і, звичайно, будьте гарними та підтягнутими. Мені вкололи ліполітики, і в мене почалась дряблість шкіри, тому що шкіра не підтягнулась, і я не схудла. Чому? Ну, я соглашусь з тим, що дряблість шкіри почалась, якщо вона схудла, втратила певний об'єм жирової тканини, і шкіра обвисла на цьому місці. Тоді може бути, да, дряблість. Я тут погоджуся. Але ж тоді треба ліполітики ж колять не тільки для того, щоб втратити жирову тканину, а ще для того, щоб покращити стан шкіри на тому місці, куди. От для цього або треба брати другий препарат. Ну, тобто препарат не підійшов. Або треба підібрати коректно препарат, який і топить жир, скажімо так, і підтягує шкіру. Для цього там повинен бути ще певний склад, ну, речовин, які працюють на якість шкіри. Або додатково ще, ну, ініціювати непрямий ліполітик, той, який не на жирову тканину працює, а на якість шкіри. Ну, як правило, якщо з'явилася дряблість, то тоді мали піти об'єми. Якщо вона і не схудла, і в неї з'явилася дряблість, ну, я не знаю. Це запитала моя подруга. Вона колола собі ліполітики, вона каже, що вона платила за нормальний препарат, за ліполітик, і кололи звичайний фізраствор. Кошмар. Тобто, як це перевірити, це реально проблема. Тобто, вона заплатила, її вкололи, тільки потім вона зрозуміла. Як вона поняла це? Ну, я так зрозумію, що не було ніякого результату. Ну, это, конечно, абсолютно недобросовестный специалист. Я не буду казати, який салон, але це наше. Ні, конечно, ми не будемо це обсуждати. Фізраствор – це не вредно, його колять. Ну, зрозуміло, да, що це нормально, але ну, в такому случае нужно приходить на процедуру, во-первых, изначально понимать, что ты этому специалисту доверяешь, и при пациенте, при клиенте сразу же открывается флакон, открывается шприц, открывается там любая тара, в которой расфасован препарат. Есть стикер, если это уже, ну, в шприцах, есть всегда документ на препарат. Ну, тобто я маю право це все подивитися. Конечно, конечно, заводится карта на вас, в вашу карту записывается там препарат, количество, дозировка, дата, зона. Если есть стикер, он туда клеится. Если... Соглашение подписывается. Да, можно подписывать, да, информационное соглашение, как на любую инъекционную процедуру. Ну, об этом надо как бы спрашивать, если вам этого не предлагают до процедуры. Ну, якщо дуже близько до шкіри знаходяться судини, видніється шкіра, антицелюлітний масаж категорично заборонений, чи може є якась альтернатива, щоб позбутися цього щастя у лапках? Здесь уже степень ответственности именно клиента идет. Ему объясняют, что если у вас сосудистая сетка расположена поверхностно, у вас может усилиться она, или могут появиться синяки. Здесь, то есть, уже человек должен, ну, как правило, вы понимаете, девочек ничего не останавливает. Она делает антицеллюлитный, чтобы похудеть, а потом она колет капилляры, чтобы они пропали. А ну, есть какая-то альтернатива? Вона и пытает. Холодное обертывание возможно, йога, похудение, может быть, легкий какой-то массаж, но не аппаратный. Ей даже будет некомфортно лежать. Ну, ручной, но опять-таки не такой может быть глубокий. Понимаете, как это надо пробовать. Не такой жесткий. Не такой жесткий. Больше лимфодренажа, чем воздействие на жир. Даже наоборот, лимфодренаж будет очень хорошо, потому что он снимет вот этот лишний отек, спазм.
спазм сосудов. Да. И может, ну, сосуды почему и образуются, потому что они спазмируются. Поверхность. Угу. Можно я добавлю? Да, ну, вообще вот наличие очень поверхностно расположенных капилляров, сосудов, когда они светятся и визуализируются, это противопоказание. Для аппаратно однозначно. Противопоказание однозначно, потому что я вот даже... категорично потом будут необратимые процессы, потом эта сетка вся будет видна всегда. Тейпи робити шкідливо. Це початок. Тейпи рекомендується використовувати регулярно, клеїти на кілька годин або навіть залишати на всю ніч, що само по собі недобре. Недобре, що на шкірі постійно знаходяться пластирі. Це несприятливо впливає на мікрообіг і здоров'я шкіри в цілому. Але крім цього, коли людина знімає клейку стрічку, він травмує епідерміс, що призводить до порушення бар'єрних властивостей шкіри. В результаті шкіри інтенсивно втрачає вологу, стає більш чутливою, більш проникливою для частинок, не зрозуміло чого, не написала, і тих компонентів косметики, які в більш глибокі шари шкіри проникають, не повинні. Також шкіра стає більш вразливою, парадіє ультрафіолетових променів. От так. Сразу видно, что писал человек, который далек вообще от понимания. Копировал. Да, копировать, ставить, копировать, ставить. Дело все в том, что тейп... Вот человек писал, который думает, что тейп – это пластырь для мозолей, понимаете? Тейп – это совсем другое, да. Это стретчевая ткань, которая дает возможность дышать. Влага водостойкая. То есть, ну, конечно, если клеить тейп, который стоит 30 гривен, то, извините меня, и будет, соответственно, и разводы, и отклея полоски, и покраснения. Но я пользуюсь качественным тейпом. Любой профессионал, он покупает качественный тейп, который перед тем, как наносить большой объем, мы тейпируем кусочек для того, чтобы понять, есть аллергическая реакция у людей. Даже на тот же самый хлопок, на клейку и основу. Поэтому всегда кусочек я тейпирую, потом уже тейпирую дальше тело. По поводу того, что на ночь клеить нельзя, это ухудшает обменные процессы, да? Микрообег. Дело все в том, что наоборот, тейп, он ускоряет все обменные процессы. Отток лимфы, отток крови, это все наоборот улучшение. Конечно, если мы опять-таки... Шкира интенсивно втрачает влагу. Вот можно я добавлю? Там про водно-липидный барьер, про гидролипидную мантию. Она, ну, настолько прочная у нас на коже, что просто наклеив пластырь и содрав его, ну, не нарушится липидный барьер. И как бы ті шкідливі там частинки косметики не потраплять в більш глибші шари шкіри, бо вони туди можуть потрапити тільки голкою, якщо їх туди. От именно. Если мы проголим. Це ультрафіолетові промені. Вот, это о том, о чем я говорила. Загорать тейпах не нельзя. Тобто, то есть мы тейпируем, и о том, что мы снимаем эпители, когда снимаем тейп, опять-таки, если вы приходите к профессионалу, он правильно снимает тейп. Мы не просто рвем его и делаем еще дополнительную депиляцию, нет. Мы снимаем четко, с определенным веществом, это мицеллярная вода или любой другой крем. То есть мы сначала промакиваем тейп, потом только аккуратно его снимаем. Конечно, если мы будем срывать, то у нас будет и покраснение, и не только эпители можно снять, вообще скальп можно снять, если мы тейпировать будем жестко. Любые средства хороши в борьбе с целлюлитом, что надо просто грамотно использовать и грамотно подходить к выбору специалиста, куда вы идете. Наразі нам пропонують безліч процедур, косметологічних процедур для схуднення. А от вже вам вирішувати, що вам потрібно, а що не потрібно. Краще декілька разів перевірити і порадити зі своїм майстром і бути впевненим, що він саме той професіонал, що вам потрібен. І ми сподіваємося, що наша програма допоможе вам обрати свою процедуру у боротьбі під час схуднення. Дивіться нашу програму у соціальних мережах та коментуйте її. Якщо ви хочете бути гостею наступної програми, то просто напишіть нам. А з вами була жіноча ток-шоу «3G плюс М». І я, Катя Лунгл. На все добре. Па-па.